Так, ну загрузились. Вот противовес в виде навески 60 почти килограмм. Ну как 60? 58 с половиной болвана и навеска где-то 45 я взвешивал. Поехал. Следующий на погрузку сюда. Так, загрузили ту телегу, еще эту кузовок. Да, тут килограмм 150 минимум, а то и 200. Хорошо сейчас сцепление, хорошо задние колеса, вообще капец, ништяк. Ну, бочку улазит примерно половина вот этой телеги. Да, где-то половина. Тут два ковша, там один. Вот, как-то так. И чистилочка, кстати. Все. Погнали. Наших городских. Да там же реверс. О. Вот как-то так. Все, за следующей партией. Две минуты и готово. Сверху очень удобно насыпать. Все, сейчас этот подгоняю сюда. И вот прямо вот сверху в телегу обрушиваем. Тоже минут пять. Готово. Так это все выглядит сверху. А земли тут еще копать и копать. Да. Сейчас будем накидывать. Так, накидали этот самый. Все, сейчас будем отъезжать. Опа. Вот как-то так. Уже вечер. Это, в общем, на завтра. Сейчас под плиту надо подсыпать чуть-чуть. Вот. Как-то так. Тут на лебедке крюк приподняли. А? Да, сейчас будет. Заезжай как-то нормально. Вот сейчас подсыпем. Противовес отлично, сцепление. Колесами вообще четко сейчас.
Да сейчас я высыплю. Вот она, болванка. А вот он вес. Сваркой написал. 58 500. Вот так прикрутил, все отлично. Все. Как-то так. Так, ну на этом, наверное, пожалуй, все. Темнеет. Сейчас засыпем, продолжим завтра заниматься этим ангаром, так сказать.